Ты рассчитываешь победить? Ну, как сказать, изначально я не шла с целью побеждать. Для меня сам был интересен факт участия. То есть было интересно посмотреть на эту кухню изнутри. И как цель я могу сказать, что я ее добилась, то, что я прошла финал. Для меня это было важнее. То есть каждый из вас заслуживает короны. Да, мне кажется, что если бы кто-то ее не заслуживал, ее бы сюда просто не взяли. Мне кажется, это логично. А тут уже все зависит от нас. Слушай, ну, ты знаешь, что в обществе сложился стереотип, что участницы конкурсов не перегружены интеллектом. Вот твоя любимая книжка, судя по визитке, это «Записки Мэма». Почему именно это? На самом деле, это не моя любимая книга, просто мне дали рекомендацию о том, что взять что-то посложнее. Но я скажу так, что здесь, это, конечно, некрасиво с моей стороны, но девочки, которые, ну, не все умеют разговаривать. Есть такое, да? Не все, да, поэтому мне кажется, что в десятку, на мой взгляд, пройдут те девушки, которые могут как-то, во-первых, у них должна быть поставлена речь. Я не знаю, как-то в последнее время я больше перешла на биографию. Вот. И последняя аудиокнига это был «Царь Соломон». И свое будущее с модельным бизнесом ты связываешь, или это хобби? Ну, во-первых, я еще работаю. То есть моя жизнь уже непосредственно связана с миром красоты, с миром моды, моделингом, потому что я работаю менеджером в модельном агентстве. Это просто какой-то шаг, период в жизни, Очень. да? Да, ну для меня вот участие, я ни разу не пожалела о том, что я пошла, ни разу не пожалела о том, что я здесь нахожусь. То есть здесь можно очень много чего вынести, и для меня, например, как для личности, было приятно открыться. Просто, ну, не бояться говорить, что я слушаю ту или иную музыку, не бояться говорить о том, что я чувствую, или как я реагирую на обстоятельства, которые происходят здесь. Не, ну, здесь не нужны маски, здесь нужны прям личности.